так вот выглядит пиздец. Ну и прямо туда вдаль. А все-таки смотрите, как было раньше хорошо. Когда ничего не было, ни мобильных телефонов, ни каких-то других гаджетов. Только электроника появлялась. Потом стационарник. После стационарника первый мобильный. После первого мобильного первый коммуникатор. После первого коммуникатора уже какой-то сенсорный смартфон. Но самое интересное в другом. Все эти технологии все наращивались, наращивались. Но даже в 2019 году мы не могли представить себе такую вещь, что полицейские, либо там простые охранники будут навязывать нам надеть маску перед входом в магазин. Кто-нибудь мог представить, что перед походом в банк вам нужно будет обязательно надеть маску и перчатки? А это уже суровая реальность. И впереди скоро все это многократно увеличится. Мир уже не будет таким прежним, как был раньше, когда нам хватало и времени, и сил, и возможностей, и не было у нас мобильных телефонов под рукой, но мы как-то находили друг друга в городе. Да, все меняется. Раньше у нас были деньги в кармане, которые звенели и шелестели. Сейчас в основном пластиковые карты трутся друг от друга, а у многих их уже и подавно нет. Хватает того, что в смартфоне есть NFC, есть оплата при помощи кошелька, при помощи Google Pay, при помощи Samsung Pay, там разных других возможностей. Вот так вот и меняется мир к лучшему. Все дорожает, абсолютно все дорожает. Дорожает даже банально зелень в магазинах. А почему она дорожает? Только лишь потому, что выращивают ее вот в таких вот местах, как это. И жизнь наша уже никогда не будет прежней. Нам раньше казалось чудом, когда ты сидишь дома и тебе платят зарплату. А теперь это суровые реалии жизни. За дорогой теплица с освещением. Именно поэтому зелень теперь такая дорогая. Обед на работе. Гильза в ящик. Откат ствола нормальный. Вот и все. Пример ночной съемки Poco X3 или Poco HZ. Ну, а я теперь домой. Вот, кстати, побольше освещенности. Вот что получается.
как бы еще не 7 часов вечера, но уже довольно темно.